В лесу главное это скорострельность, потому что тебе нужно шнякнуть и шнякнуть второй раз, пока он не в контузии. Ну поэтому, да, я об этом. Поэтому все дрейки в лесу не канают. Так, я колесный. Я только кошемка летающий. Не забудь поэтому фоба поставить. Не лечу. Бой стоит. Ну, ты молодец, ты хороший мальчик. Что теперь все остальные. Что там у кого стоит? У тебя на фоб стоит? У меня... Что должно стоять? Вас не слышно. Вы что-то сегодня все бубнили. Особенно этот, блядь, гортавый мудак, короче. Какой ты грубиян. Да, конечно, то, что это... Что-то... Что сказал? Пиздец, блядь. Что вы про это говорите, блядь? Если надо, очень. Хитрый Густав. Так, кстати, я ДЦВ поставил. Зачем ты пары берешь в вертухе? Вот сюда. Нет? Я не знаю, кто там хитрый Густав. Серов, откройте великую тайну. Парами брать проще, а потом на состарте Откроет... нажал и заебись. Да, и они тормознулись. Откройте нет, секрет. Это ты делаешь до того, как отправил полететь. Но можно вообще в рамочку выделять тут, когда зажимаешь левую кнопочку мыши. Не, просто ставить по одной штучке на карту, это очень убогое внутреннее занятие. Ну вообще нет. Когда тут специально. А почему бы Серафу не поставить на Анну, а хитрому Густаву Базелу не поставить на Федора? Почему вот так вот немного? Или а потому тоже... что Сераф вечно вводит. Потому что я вообще налево ставлю. А, ты на... Не, а ты едешь налево? Нет, нет, ЦВшка еду налево. Серов ставит ЦВшку, там где должна стоять моя, почему-то. Чтобы я свой хуй знает куда засунул, да? Хуй может куда угодно засунуть, это правда. На самом деле, Ханес, ты мог бы... Или нет? Денег не отправляешь. Чё, а чё куда ЦВ? Я могу всё поставить, если надо. Не-не-не, это поздно. Это наше небо. Я думал, у тебя ФОП стоит на дороге. Ну, бомбанем тогда, делов-то. Самолет. Дело недолгое. Да, фуп стоит. Видит? Но на дороге просто. А, я чуть да не туда. Уж когда... Потому что здесь... Здесь мы появляемся. О, сколько там кэтов. Все, я пошел домой. Какой ты смелый, смотри. Слушай, сделай смелым, сделай смелым. Да там вот смотри. Рафари, там кэты. Не. Тут расрал самолет такой. Включите смелым. Один, да. Два человека. Два или три? Это я не успел вернуться, я у нас... Надо было возвращаться, когда... Бери пример смелого Густава, он драться первый. Все плохо, мы проиграли. Орудия заряжены, вылетаем! У кого там акула первая? Акула впереди всех. Пиздец, я это просто не понимаю, это какой-то капец. Кто? О, да, красавцы. Ран Тайгер еще тут, смотри. Да, еще. В принципе, можно с налево сразу буркины заказывать. Накрушим на врага ураган пламени. Едут там эти, слышишь, на по ваши вертолеты? Препарали вроде или эти. Чем меня Базель бесил сегодня? Выдвигаемся к цели. Конец связи. Я далеко. Вот как это я так ебанул? Вот за это я и люблю К-50, К-29. Что такое? Промазал? Не, ну К-29 это мощная машинка. Он, сука, метки как надо. Выдвигаемся к цели, конец связи. Убирайте вертолёшки, там Роланд стоит. Он сейчас просто расфигачит все. И Кроталь еще. А что там на точке центр у них?
Бомбер направо. Че душу? По пехоте. По морской. Кстати, походу лес оставили без этого, без смотра. Блять, не успел. А если ты есть вариант слева продвинуться? Пехота бежит туда. Потому что... Хор на С налево. Вот, берусь. Пооборонять мы их сбрили. Сейчас там Хорнет, смотри. Бушки аккуратно. Ты сейчас, я думаю. Уже сейчас начнут ливать. Ну, если всю карту просрали. Но они слишком много самолетов пили и вертолетов. Угу. А ни хрена. Откуда ты здесь взялся, блядь? Пизда, еще БТР-90 завалил. Ну не гондон. Походу есть не надо. Хитрый Густав, давай, заезжай, пока дым стоит. Хитрый Густав. У меня был другой план, ну ладно. Да все, пока дымка, вся хуйня там, пока этот дымочек стоит там. Поедь по дыму, там что вроде как бы этот подъем, он долго поболтается еще. Ну их там патриот какой-то или что-то там тяжелое слева. Вы сейчас еще и Дмитрий так отдадите, если танки туда не подгоните. Вы чё? Азимут. Чё? Что это такое? Почему там нет танков? А, кто там у нас сомнительный, Густав? Вот тут, блядь. Вот тут пехота есть. Да 2-5 мешает что-то. Я пройти не могу. Туры нужны было вот. Ну вот я притащил. Их почему-то было два, один. А, я один направо увел. Сейчас он туда приедет тебе. Бомбер направо. Это уже по пехоте. Было бы странно, если бы по танкам. Еще раз повторяю, к вам пехота вот отсюда бежит. Вы не отобьетесь своими ПЗРКшниками. Да, пускай. На Дмитрия. Да, а не. На кого хуяли? Какие будут? Ха-ха. А моя БТР-80А вообще бы и 3 этих сняла. Хотя прям на нее бомбы были. Скопикус, ты чё уснул? А, где? Здесь. О, блядь, а чё они стоят? Действительно, чё это они? Ай, там меня вертолёт испугал, точно. Ты вспоминай быстрее. Там, короче, вертолёт был, он меня не спал. Ну, его уже нету, можно атаковать. Всё. Не бойся, я с тобой. Я как бы всё равно аккуратненько проеду. Мы, кстати, по-моему, взяли, да, уже город? Леопарда цепях, а у нас против бороться с ними не с чем. Есть птурщики. Это наше небо. Так, кто там стреляет? Блять. Там команда Марины, ёбаный в рот, блядь. Вот здесь вот.
сюда портой ударить, если у нас есть. Да, прикольно, ты все слил. Да, блядь, ты же не знал, что они. Никогда такого не было, и вот опять ты 29-ку сольёшь. Нет, 29-ка не переживет. Потому что там лес. Она туда и не поедет. Мне главное, чтобы только видеть. О. Но если они были вот здесь, значит они могут быть и вот здесь. Ну у меня. Ну да, да, да. Видишь, у меня там БТР 90. Ну так ты их выгрузи. С ГРУшниками. Они все равно хуй ничего не видят. Дай только не. Если они взорвутся с бетером, то там половина умрет сразу. Не-не, они туда не поедут, они вот отсюда пойдут. Ох. Летчики, хуечки, сбивайте самолеты, ё-моё. Деньги дайте, на перезарядке чё, я. Чё, раненый я. А, ё-моё. О. Я зассал, да? Куда ты пошел, блядь? Спецназ, осторожно, там на панзе гранадеров летит миномет. Пейси, осторожно. Ха, ты смотри, какой, блядь. Съебаться решила от меня. Эх. Надхок на спецназ, ой. Ой, это типа оговорился, что ли? Это типа, ну, междометие. А то, что вы стреляете по своим БМПТшкам, это норм? Нет, там 4 тачки панзер-гренадёров в этом месте стоит. Там уже их не 4 было. Только ты сейчас соусы потеряешь. Отсчёт 3-2-1. О, ёб твою мать. Это он за ними идет, да? Бах, на тебе ракету за это, блядь. Я сейчас еще и скрежеты проебу. Не нашел чем гордиться. Не то, чтобы я этим очень гордился. Блять, это вообще жесть. Ну там если 3 авиатора. Я вот тоже, расход уже сколько сил самолетов. Нереально с ним воевать. Вот 2 в 2 разменялся Путин на 2 Томкэта. Гудин в вихре, сейчас там ракета в борт попадает, все дела. Це ваша очка. Куда мы не успели захуячить слева? Азимут, бери вертушку. Чё брать? Вертушку. У них вот здесь вот, скорее всего, эта рыбка есть. Я тебя плохо понимаю, что делать еще раз? Пробел нажми. Ну и что я взял? И? И лети воюй. И? Бабер направо и налево. Ах, там еще один, блядь, леопард с даггерушником. Да, там ВПшки. Сейчас разберутся с ними. Оп. Там со 40 этих они. Не хватает пехоты, чтобы забрать хоть там. Далеко от меня. К вылету готовы.
Блять, сколько они туда затащили, блять. О, кротальку, хуярь, кротальку, блять. Аж обидно, честно, вот право слово обидно. Так у нас так и нету столь на рты ни у кого. У меня два василька есть. Не, я про нормальную. Это нормально. Ну тогда бей сразу по ЦВшке на Иване. Я не достаю по дальности. Ну я про нормальную поэтому и говорю. Я нормальный. Ты думал, что я нормальная, а рта нет. Но в первом я не уверен. Тут вон она, кроталька, блядь. Кстати, говно ебаное. А, хуй. Я вам только Алекс на это способен. Да, не знаю. Захуячил кротальку. Ты из-за вертолет, блядь. Как там это? Че? Мысли потерялась. Так, Азимут, я там кротальку убил, но это не факт, что там еще одной нету. Окей. Все, я пошел. Так, два танка убрал. Да, красавец. Куда нам отправляться, сэр? ЦВшечку вот эту берите, отправляйте, товарищ Гудвин, направо. Держитесь крепче, там, говорит, город взяли. А, Зима, подожди, не светись, так там лес еще один, там нахера не видно. Здесь, да, чапаралька где-то была. О. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Вижу цель. Довожусь. О, вон Спартана. Да, походу никого нету. О, леопард едет. Это уже тебе надо. Где? Вот здесь вот, но подожди, сейчас я его разведаю, пока не лезь. Иди лучше перезарядись, едь, да, это время займет. На перезарядку украл. Если что, у меня здесь Ми-6 есть. Можешь сюда. Самое обидное, что у нас есть эта ЦВшка. А, хорошо. Опять нас люди спят. О, если это вон ЦВшка стоит без дела. Ну смотри, Махатый Гусов, ты можешь взять свою ЦВшку и отправить туда, куда нужно. Я уже вызвал. Почему? А где еще одна? А потому что она стоит. Ну либо я могу на харибу. Давай я быстрее доеду. Да, ну хуй. Вон они, леопарды, блядь. Здесь еще один. А можно, есть у кого-нибудь вот сюда вот дым, пожалуйста? Ну нет, еще далеко. Ну, думаю, нет. Напукайте себе сами. Блять, денег нет, чтобы заказать эти деньги. Сейчас вот будет. Инвалид какой-то. Ну так я пошел уже, их там людей нихера не осталось. Куда нам отправляться, сэр? Вот они передвинули их оттуда. Пугались акулы. Вон они аж куда уехали, блин. Вот они летят. Это уже ваши. Чё-то Рафаль совсем борзеет. Да там уже остались не эти. Ну, он и вертолет. Бедный танк. Его сейчас законтузит всем, чем можно. А, не. Уже. Я думал, что его это... нарами бы пытаются раздолбать. Скоп, чапаралик. Жуть.
Раз, попадание. Второе попадание. Под 25-ки. Как он выжил? Ну он бронированный же, по уши. Только он косой еще. Прям терминатор. Сука, бесполезная хуйня какая-то. Олегу бы уже сбили. Так что тебе еще повезло. Сука, когда улетает, так выебывается, сука. А вот этот вот смог. Куда это вот он хуярит? Пидор, блядь. Вылетаем. Там вот страйкер, что тот стоит. Сам бы хотел. Да, вообще сам бы хотел. Да, может, парни вообще ушли и не в курсе, что эта игра началась. Тоже вариант. Причем такой толпой сразу. Потому что никто не двигается, юниты не двигаются. Не, вон скорпион. Хотя нет, уводит. Подожди, да, чапаральки тоже ехали. Вон автоматик. Злой автоматик. Ну, почти автоматик. Проверка завершена, к вылету готовы. Выдвигаемся к цели, конец связи. Вылетаем. Куда нам отправляться, сэр? Да, я 100 раз бросьте на свои танки топовые. Молодцы. Но они выживут, это что такое? Нет, они взорвутся еще. По закону подлости. Если что, бомбы сюда летят. Но я не должен успеть кого-то убить. А, не, кажется, успею. А если ну почти досталось. О, сколько кельтиков. Хана 25-м, не летайте туда. Вам нужен ангел хранитель? Хуя. Очков все равно нет. Контролируем этих. А где кошельку-то идти? Не знаю, в лесах, наверное. Слева, справа. Капитаны экипажа приветствуют вас на борту. Да, как 102-й это упал. Вам нужен ангел-хранитель. С тебя вот этот... С КП лучше истребитель, как КП. Патрульчика. Да нихера. Ну как, нихера. Хотя у него две ракеты есть, да. Да, и броня есть. И броня есть, только что ебаный в рот. Броня броней, я вон 102-м решил их бомбануть, так меня сбили. Три вертолета. С его броней. Их там двое осталось под конец. Ну, супер, я даже в плюс сыграл. Вот это я понимаю. Успех. Ну все, ребят. Да, телефон сел, я думаю, что мне никто не звонит. Ты вообще герой, смотри. Так я же говорю, я в плюс сыграл, не то что некоторые. На меня посмотрите. 10 кг у меня почти. Ага, всем пока. Пока. User disconnected from your channel. Блин, Ксан.